Maybe I'm a bird, following the seasons. This is what I've learned. I'm different for a reason. Kept the engine on, never stayed too long. I'm alright, I don't mind being restless. Something in your eye made me stay all night. I can see you are different too. Мамусь, что ты заказала себе? А, расскажи мне. Пицца маргарита. С сыром, с очень вкусным томатным соусом. И здесь просто свежий, значит, помидорчик подарты. А я... Чисто просто офигенно. Пиццерия итальянская. Как называется? Называется Марзано. Марзано. О, яке имя. Что пить? Ох, мы в Нельсоні, зараз у нас показує 1 кілометр бензину осталось, так що треба швидко заправитися. Потому що там реально ще осталось кілометрів 10. Десь тут має бути fast gas. Зараз ми знаходимося в Нельсоні і, як ви бачите, я на заправці. Бензин тут 87-й октан, долар 30, почти долар 32 цента. Для сравнения, в Альберте, в городе Радир, у нас последнее время был бензин по 98 центов. Все это в первую очередь сказывается тем, что remote location, да, то есть доставлять сюда это очень как бы проблематично. Ну не проблематично, а стоит денег, да. И еще при том, что правительство Британской Колумбии отказывается проводить пайплайны, да, которые бы поставляли сюда топливо. И из-за этого цены на бензин подняты. Но сейчас с одобрением пайплайнов все может измениться. Но цены, например, в Ванкувере доллар 60 за самое низкое октановое число, за 87-й. Доллар 60, доллар 70. Это очень-очень дорого. Учитывая на то, что проживание в Ванкувере ну просто сумасшедше дорогое. Вот, пожалуйста, заправил 65 литров и получилось 86 долларов. Думаю, сейчас до сотни еще дотолкаю. Доброе утро всем! Мы находимся в городе Нельсон, и сегодня наши друзья покажут нам пару интересных точек. Сначала мы идем на завтрак в кофешоп, и после этого у нас еще есть планы посетить пиццерию и так далее. Все бизнесы в Нельсоне, они очень локальные, и правительство города старается избегать больших корпораций и давая шанс маленьким предприятиям, маленьким бизнесам развиваться. Поэтому здесь очень много бизнесов, которые существуют уже по 30-40 лет и не защемлены большими корпорациями, большими компаниями и конкуренцией. Поэтому сейчас мы пройдем один из них и посмотрим, что они нам могут предложить. Занять на столик, а ми вибираємо тут це. Вони самі тут роблять і кофе, і оці всі. Ну, розкажи мені, що ти вибрала? Я взяла собі латте. Латте? І ми взяли 4 мафіна. Мафін, оранж, ще щось і білий шоколад. Білий шоколад? Да. А де він? Мафін. А мафін? А ти мені взяла щось таке? Да, ми взяли, я взяла нам мафіна 2 штучка. Ага. Один blackberry cherry, а другий оце апельсин, там ще щось і білий шоколад. І дівчата по одному взяли. І ще ми взяли breakfast sandwich з бекончиком, з яйцем. Окей, подивимося. І так, наші закази вже прийшли. Такой сэндвич со свеженьким помидорчиком, с яичком и бекончиком стоит 6.75. Is it 6.75? 5.75? 5.75 канадских долларов. Что очень-очень хорошо для такого ресторанчика. Потому что даже сэндвич на нашем маркете стоит 6 долларов, мы чаржим. Очень красиво, очень все.
Посмотри, как здесь красиво, все отдыхают, сидят в тени, вот такая терраса, сделана, видно, дизайнером. Очень все красиво. Ребята, посмотрите, меня окружают горы кругом. Мы кушаем такой прекрасный завтрак прямо на террасе. Красота. Танюха сразу сказала, что она хочет сюда переехать и здесь жить. Да, Танюха? Угу. Нравится? Угу. Пальцы пекут, выключая камеру. Нельсон даже чем-то напоминает мне Килон. Такие же тропические растения. Дома под очень острым углом. Дома находятся достаточно близко друг к другу, но и очень уютно и хорошо сложены. Старых конструкций. И сложивается впечатление, что здесь поселяются именно люди, те, которые ценят именно этот стиль. Старинный стиль. Не трогают основную идею, которая была заложена в это здание. Стиль жизни такой очень laid back. Никто никуда не спешит, все пьют кофеек. К чему и большому удивлению, очень много из этих людей уже... Это местные. Местные ценят этот стиль жизни и именно работают и живут здесь, чтобы ощутить вот эти колориты. Вон там, вот видите аэропорт. Местный аэропорт, конечно, никаких международных полетов, но тем не менее маленькие самолеты и вон для лодок доки есть, да, то есть если вам нужно прилететь, например, даже в город Келлоне, вы можете сюда пару часов и вы уже там. Красивый город в красивом месте. Некоторые считают это самым лучшим городом в Канаде. Здесь же находится где-то на этих холмах территория нашего бывшего премьера Альберты, Рэйчел Нотли. Сейчас она как-то разделила власть, по-моему, с Кинни, так как консерватисты пришли ко власти. Вот. Но тем не менее, если сравнивать даже с городом Бэмфом, в Бэмфе красиво, но там все равно чувствуется северность. То есть северность Альберты, ее оттуда не убрать. Здесь климат теплый, ветер теплый. Даже проснувшись утром в 5 утра, все равно где-то приблизительно 10-12 градусов. А если сравнить с Редиром, Альбертой, Калгари, то там вы смотрите где-то на градусов так 2-3 с утра, 4 в это время. А потом уже начинает теплеть. Поэтому здесь очень хорошо растут всевозможные фрукты, персики. Это очень главная особенность Британской Колумбии. Персики, черешни. В локальных маркетах полки так и ломятся от всевозможных фруктов и овощей. Вот там, если вы видите, находится желтый мост, который называют BOB или Bob. Это значит большой Orange Bridge. Наш провинциальный парк, кемпинг, находится вон там, где-то за углом, в самом конце. Это одна из рукавов озера Кутни, которая простирается сюда и попадает в этот прекрасный город Нельсон. В этом месте сложится такое впечатление, что здесь происходит такой своего рода микроклимат. Здесь тепло, нет особенного ветра. Вот, кстати, та электричка едет, на которую мы хотим попасть. Вот. Люди строят яхты, все локальные бизнесы здесь сосредоточены с целью поддержать местного производителя, да. Up your ass! Hold on, motherfucker! And your fucking bullshit! Fucking anarchy, cocksuckers! Don't be an asshole! Okay, calm down. Вот такие даже разборки есть в городе Нельсон. Just wanna feel me, just feel me breathing. I know this feeling won't go.
находимся уже, приехали на эту зиплайн. Только что с Танюхой подписали документы, которые подтверждают то, что в случае, если с нами что-то произойдет, мы не подадим на них в суд. Ну, в принципе, как всегда, все пытаются закрыть свою задницу. Так что это нормально. Вот такое это место. Андрей, надо сважиться. Are we allowed to have these or no? So you're allowed to, that one is totally fine. This one's fine? Do wear harnesses so the straps kind of go over it. But straps we can, goes here? There's a strap, but then there's straps hanging too. We can put it on a helmet for you if you want. Oh, perfect. Because we can just take it off that mount. You have mount on it? Yeah. Okay, that's yeah. That's and perfect. Then to bring the hand trap, it's totally fine. Kind of up to you. Yeah, awesome. Yeah. Витя, ну шо, ну шо, тебе понравилось? Дуже, офигенно просто. Ссылочку на этот зиплайн я вам поставлю под низом. В общей сложности там около 2 километров зиплайн, ребята, все 6. Самое длинное, по-моему, там 900 метров. Да. Очень там круто, очень круто. Там самое быстрейшее, ну вообще офигенно. С такого ракурса вы еще не видели вот эту Британскую Колумбию. Он сказал, что это левая сторона, да, более северная сторона, она как Оканаган, то есть там, где Келона, а вот это здесь тропический лес, кедры, чисто уже как именно более юг, более уже Кутни Лейк. Так что всем рекомендую всегда съездить, просто офигенно. Стоило это всего лишь $90, по-моему, да? Да. Это стоило, короче, там 100, но если ты приезжаешь на группу, берешь на 9 часов утра, то типа $10 скидка, 90. Да. Доброе утро всем. Сегодня вторник, мы проснулись. И сейчас решили сходить посмотреть, где же живет там этот лосось. Вот, ребята, посмотри, какая красота нас окружает. Что? Что такое? Те люди, которые на парковке, если видите вон, да, это не всех хватило места здесь вообще припарковаться. Поэтому там, где парковка для машин, люди просто поставали и спят там. Вот, например, это белая Toyota Tundra. На ней, видите, rooftop tent стоит, на которой мы трейлер будем такой же ставить. Tapu. Видите, для них тоже места не было. И они ждут, пока освободится, чтобы занять место. То есть, реально здесь очень-очень тяжело занять место. Девчатка, пришли, поднимемся на водичку. Машуня, Соня. Водичку? Ні, я сьогодні водичку ще не брав. Ну, тому що ми йдемо просто дивитися на рибку. Якщо вона там взагалі є. Реально, вот если подумать и выбирать между Мексикой, например, и Британской Колумбией, да, то есть, конечно, свои плюсы и минусы, но тем не менее, за Мексику нам обошлась поездка в $5,500 на 4 человек, а на Британскую Колумбию вот буквально там $500, да, на неделю.
А Сонь, пішли. Пішли подивимося на водичку. Не спіши, Машу, не спіши. Не спіши, зайчик. Поэтому здесь своя особенная красота, посмотрите. Буквально, выбачь, пожалуйста, буквально 7 часов езды, и ты оказываешься в этой красоте. Песочка! Что самое интересное, ребята, здесь абсолютно никого нет. Вот даже в busy day, когда кэмпграунд занят, они все не купаются. Они ездят там, они готовят там что-то кушать. Не занимают тут пляжи, как у нас, да? Тут у нас рота солдат уже была, да? Все купались и так далее. Здесь вот такая вот красота. О, вау! Зайчик! Зайчик мой! Посмотрите, какая красивая вода. Прозрачная. Спокойная. Ребята, теперь я хотел бы вам провести тур этого RV, который мы арендовали, хочу напомнить, на Airbnb. Это нам стоило $70 в сутки. И плюс $20 за место, вот это парковочное, да. Обычно кэмпграунды, которые вот какие находятся вокруг меня, да, видите, как люди напакованы. Если посмотреть, видите, да? У каждого есть свое место, у каждого есть в основном. А в основном у каждого есть свой камин, как у нас, но как оказалось. Такой камин был только у, там, скажем, 10 человек, которые в этой линии находятся. В остальных его нет. То есть в основном привозные барбекюшки, да, которые работают на пропане, плюс пропановые, которые есть в самом трейлере. Значит, почему мы выбрали именно RV? Потому что, во-первых, нам до, если видно, вот там уже начинается пляж буквально за 100 метров отсюда, да, и очень все близко. Во-вторых, в отеле это постоянно ты будешь сидеть в четырех стенах, да, то есть как бы не можешь выйти, разве что на балкон, то есть приходится очень много мобильно передвигаться, то есть садиться в машину, куда-то ехать, здесь вышел, ты уже на пляже, да, то есть ты эффективно выстраиваешь свой тайм-менеджмент, да, то есть ты можешь сразу пойти покупаться, прийти, покушать, и эти вечера возле огня, конечно, тебе ничего не заменят, да. Во-вторых, отели, ну это очень, это не то, понимаете, если вы едете сюда, вы хотите окунуться в саму природу. Тем более, что в этом провинциальном парке есть лосось, да, вот, который идет не рестится, да, то есть это уникальная возможность его увидеть. То есть это удовольствие нам стоило $90 за сутки, за ночь. Поэтому вот здесь я как-то заснул вечером с бутылкой пива, и когда проснулся, увидел скунса прямо в метре от меня, который что-то усердно жевал. Я, конечно, очень как бы так чуть, можно сказать, испугался, но он быстро свалил. Вот. Ну, то есть звери абсолютно привыкают к окружению людей. Вот недавно, пару дней назад, здесь пробежал лось, ломая на своем пути все ветки и сделая такой шум, что мы думали, что мир катится вверх дном. У других людей медведи лазят по деревьям. Олени – это нормальное явление. Сегодня я, когда ехал на рыбалку утром в 6 утра, то видел индюков диких. Они свободно все ходят по дороге вместе с гусями там и нормально себя чувствуют. Вот, поэтому мы пришли к такому варианту. Что нам понравилось с этого трейлера, это то, что, конечно, кровати очень удобны. Давайте я вам покажу, во-первых, вокруг обойдем. Вот такая, начнем с этого барбекюшки, да, которая пропановая. Здесь есть, то есть если у вас вы что-то забыли, здесь все есть. Запаска, ну, в общем, человек приходит, устанавливает вам абсолютно этот трейлер. Вот, если видно, это называется слайд, то есть место в трейлере увеличивается, да, буквально там на метр, на два. То есть это большой плюс. Здесь находятся батареи, две, раз-два, которые мне, кстати, пришлось заряжать. На этом кампсайте только 13 мест, экипированные электричеством. Пропан, на котором работает холодильник, морозилка. Вот, вот такой есть awning, называется, да, он выдвижной. Значит, зайдя сюда, вы видите, да, вот этот слайд, который я говорил, он выдвигается, да, потом вот это все выдвигается сюда, вот оно до сюда будет, да. Там кровать, с него делается стол, вон еще одна кровать, такая king size, я бы сказал, да, queen size. Там мы спим с Сонькой, тут Маша спит с Танюхой. Холодильник, микроволновка, газ, все на пропане, это на электричестве. Холодильник, морозилка, они на пропане. Ну, электричество, соответственно, от лампочки работает на, вы поняли, на батареях.
стереосистема, телевизор, жалюзи везде кругом. Здесь есть кондиционер, но который, к сожалению, не работает, так у нас нет электричества. Здесь вот такой душ, если посмотреть, да, достаточно неплохо. Вот, я думаю, вам всем интересно будет такой вид. Душик, моечка, все сделано такое. Пластик облегченный, это вроде бы плитка, но все такое картон. Какое удовольствие стоит приблизительно, я бы сказал, этот трейлер 1025 новый, да? Но плюс того, что вы можете в кредит его взять на лет так 15, поэтому там платежи будут минимальные. Большинство времени люди, которые берут это в кредит, они пользуются ими не очень часто. Ну, я бы сказал, может, там раз 10 в год, это очень много, да? Потому что особенно в Альберте, где все работают. Хотя каждые выходные они реально, в принципе, люди, которые это ценят, они выезжают. Поэтому это очень развит, да? Есть очень навороченные, я уже не хочу говорить, там по 15 метров такие toy haulers, да, там можно и квадроцикл туда загнать, и side-by-side, и quad, и что хотите. Вот. Удобные кровати, все. Вот такие, очень много отделений таких, да. Подушки, все это пришло к нам уже с кухни, то есть вилки, ложки, абсолютно все, нам ничего не надо было тащить, большой этого плюс. Вот. Но в моем случае тот трейлер, который мы строим, да, и переходим на этот уровень, у нас он оффроуд. Например, этот трейлер не поедет туда, куда вы хотите реально добраться и встретить там рассвет. Эти трейлеры предназначены для этих кэмпграундов, да, вот таких. Обычно такие кэмпграунды идут уже с электричеством, с канализацией, то есть можно какать, писать в туалет без проблем. Вот. На нашем случае у нас тут были туалеты, все сенсорное, душ бесплатный, горячая вода, посуду помыть, то есть кэмпграунд просто отличный. Внизу оставлю ссылочку, приезжайте сюда, не пожалеете. Вот. Только заранее звоните им, забукуйте, бронируйте места, потому что они в сезон разбираются с апреля уже. Нам повезло, мы приехали очень-очень рано и забили это место, просто стоя здесь, ждали, пока кто-то уедет. Здесь большие плейграунды, это очень большой плюс. Лодки арендовать, каяки, каноэ. Все это есть, то есть без проблем. Здесь насколько этот уровень, мне понравился сервис. А дрова, конечно, дорогие, можно с собой привезти, если у вас есть место. Например, такой трейлер можно забить сколько хотите. Корзинка дров $7. Но нам повезло, нам позычили наши друзья. Минус таких трейлеров в том, что его где-то нужно парковать. Сами понимаете, да? А в нашем случае те трейлеры, что мы строим, он маленький, его можно загнать в гараж и так далее, да? Как я уже сказал, минус этого трейлера в том, что ты только можешь остановиться на этих кэмпграундах, да, или если у тебя есть заряд батареи, ты можешь, как говорится, off-grid жить, то есть от солнечной энергии, там, от воды какой-то, да, ты можешь где-то остановиться. Но в основном они, так как они длинные и очень низкая у них clearance, да, то есть подвеска не предназначена, они не заедут туда, когда вы хотите заехать, реально. Вот. Так что, ну и, соответственно, вы такой большой парус тянете. Представьте, какой расход топлива. Вот наш 4Runner берет 12 литров на 100 километров, полностью загруженный с 4 людьми, то есть двое взрослыми, двое детей, и полностью загруженный багажник, я бы сказал, там килограмм, так, может быть, 150-200. Вот, так что нормально, я считаю, нормально. Так что это стоило того, мы посмотрели, мы полностью поняли, нужен нам этот трейлер, не нужен. Танюхе нравится, она думает, что нужен, я считаю, что нет, но у меня еще будет ей шанс убедить ее и показать ей другие варианты отдыха. Вот. Хочется полной, как говорится, isolation, да. Так что вот спасибо за внимание. Продолжайте смотреть. Я надеюсь, вам понравилось. И давайте будем смотреть, какие еще нас приключения ждут дальше. Сейчас находимся в отличнейшем месте, которое называется Ainsworth Hot Springs. Горячие источники буквально километров 20 от нашего кэмпграунда и километров 40 от города Нелсон. Посмотрите, какая красота меня окружает. Вот, это уже главное озеро Кутни Лейк. Бабуля со мной отдыхает. Жена моя со мной. Бабуля нам показывает сегодня тур. Вот, только что ехали прекрасной дорогой, и сейчас бабушка нам покажет. Где она живет? Где она живет? У меня бабушка миллионер, я вам забыл сказать это. Бабушка, покажи свой дом. Вот он, мой дом. Вот ее дом с красной крышей, ребята. Не завидуйте молча, я понимаю. Да. Ящик все выпадет. Бабушка. Мы все донации приведем. Все, ребята, переключаюсь на GoPro. Ребята, прикольно. Ребята, реально хай, посмотрите на это вложение. Всем рекомендую. Woo!
cool. It's beautiful here. Oh, everything. And you know what? I come from Alberta too. Uh-huh. Everything is so fast. Here you just kind of come to a halt. I know. Life stops here. Yeah. You actually can enjoy, you know? You can't even drive fast. Yeah. Well, I was driving fast because I want to get it. I don't. But the roads are always so curvy. What did it cost you to park Bolt here? It is $100 a month. $100 a month? Yeah. So I. Holy, it's not cheap. I paid a whole year. Actually, it's one of the cheapest ones. Really? Yeah. Арендовал вот эту лодку $50 в час. Это тот же человек, который арендовал нам трейлер RV, который я покажу вам, или вы уже видели, скорее всего. Вот. И он делает чартерные рейсы вот на такие. Oh no, 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 that's the littlest fish I've ever seen. Trout? No, huh? Yeah, it's trout. Yeah, bring it a boat when it's gonna fall off. I'll bring it inside here. Oh, wait. Oh, no, unbelievable. What kind of trout is this? This is, I can't see him yet. Oh, no. Oh, it's a rainbow. Rainbow? Very little rainbow. But there's big ones, eh? Oh yeah, you seen the pictures, eh? Yeah. Oh, sorry, I can't put the camera everywhere here. Still good. Gotta let it go. Yeah, little buddy. Oh, one sec, I'm gonna give you a kiss. Oh. still was good. Yeah. Вот и подошла к концу наша поездочка. Сегодня еще в планах съездить в этот Castlegard. Или если я правильно выговариваю это слово. Съездим в этот городок, посмотрим, что там интересно. Последний день, завтра уже домой. Ребята, да тут этот лосось начал. Я только что видел, как три штуки прошмыгнуло. Ёкарный бабай! Попробую заснять. На себе! Да вот его с куча! Ё-моё, ребята, посмотрите! Надеюсь, вы это видели. Ребята, надеюсь, вы это видели. Дождь пошел. Ну пофиг, там такая стая была. Охренеть. Вау. Я еще лодкой проехал.
Вот я застрял, ребята. Смотрите. Ой, цунами плюс лосось фигачит. Не, ну это было что-то. С вами была семья Новутовских. До новых встреч. Не забудьте подписаться, поставить пальчик вверх и комментируйте, пишите вопросы. Постараюсь ответить на них все. До скорой встречи. Не забудьте подписаться. Чао.